Светлый хайп. Это «Светлый хайп» на новом радио. Программа не о народных артистах, но об артистах из народа. Меня зовут Дик Дюклер, а ее явь. Погнали. Я стою на подмостках и смотрю без устали в космос. Нефть моей души, боль моей души. Такими словами описывает свое творчество сама певица. Чувство, что нужно как воздух, когда. Первыми явь услышали юзеры ВК весной 2018-го. Принимали осторожно, да и наивно думать, что такая музыка может стать мейнстримовой. Сама Лиза, а это настоящее имя певицы, говорит, что альтер-эго явь помогает ей раскрыться и не зависнуть в рафинированном состоянии. Она признает, что корпоративы такой музыки не светят, да и коммерческий успех тоже не самоцель. Однако без этой стороны ее творчества невозможно другая, светлая. Да, забыл сказать, Явь и Ёлка — это один человек. Кстати, когда в январе 2019-го Явь впервые вышла на сцену Live Fest в Сочи, большинство зрителей Ёлку в ней не признали и потом долго удивлялись в комментариях. Однако очень хорошо оба альтер-эго Лизы знает ее старый друг и соавтор Lock Dog. Саш, понятно, что «Елка» и «Явь» — это абсолютно разные истории. И если со светом в «Елке» все понятно, то помоги с «Явью». В каком состоянии, в каком настроении и в каком месте нужно слушать эту музыку? Вообще альбом, он настолько глубок, да, и настолько в нем прожитые эмоции передаются, что лично для меня этот альбом надо слушать в спокойном душевном состоянии, да, в котором разбираюсь в своих эмоциях, да, и могу как бы с ним синхронизироваться. То есть это глубокая музыка, это для меня она требует соответствующего состояния, да. Вот теперь все понятно. Будем пробовать. Спасибо, Лочи. Это «Светлый хайп», меня зовут Дик Дюклер, а это «Явь». Вылечи мою любовь. Светлый хайп на новом радио. Я одета уже и раскрашена твоими любимыми красками. Стою у двери. Но некуда идти, никак ангелу, почему не пою больше о любви. Вылечи мою любовь.
видишь, падаю и